Толщина льда 35 сантиметров, глубина 170. Ульяновские спасатели подготовили купель для крещенских купаний на Свияге. Иордань прорубили возле автомеханического техникума. На момент прибытия нашей съемочной группы спасатели только начинали выпиливать майну под купель. Установка одной купели занимает порядка 2 часов. К этой конструкции самый главный мер безопасности, чтобы она сама по себе была крепкая, сбитая вся. Вот. То есть она после того, как выпилим саму майну под купель, уже будет делаться укрепление, будут устанавливаться полностью дорожки, по которым люди будут приходить. Еще одну прорубь в областном центре оборудовали на открытой воде в Белом Ключе. Всего в ночь с 18 на 19 января в регионе для обряда крещения организовали 72 купели. Среди антиковидных норм – усиление пропускного режима, социальная дистанция между людьми и лавочками для переодевания. То есть будет один вход в купель, будет также выход из купели, чтобы не было столпотворения, потому что так как в этом году на воде вода очень, как бы сказать, поднялась, лед опустился. Вот. Нежелательно, чтобы народу было много на льду. То есть будет пропускаться там по 5-10 человек на купель. Также места крещенских купаний дополнительно осветят. За безопасностью жителей региона проследят спасатели, медики и сотрудники полиции. Во всех местах для купания будут дежурить народные дружинники. Рената Алиулова, Даниил Сурков, Новости Улправда ТВ.